ця людина, зараз ми бачимо його на екрані, про нього кажуть, що він не словом, а справою проповідує спортивний спосіб життя і турботу про молодь. Діти були ще по 8-12 років, да? І вони сьогодні призери і чемпіони світу. Дівчинка, тренер по футболу, лучший урок в Україні. Доброго дня, це проект «Гість у студії». Мене звуть Юля Мігіцько. Сьогодні у нас в гостях президент Асоціації самбо Одеської області, перший віце-президент Одеської обласної федерації самбо, чемпіон СРСР, мастер спорту по самбо Вахід Сабіров. Доброго дня. Здравствуйте, здравствуйте. Дивлячись на перемоги ваших спортсменів на різних змаганнях в Україні та Європі, можна впевнено сказати, що такий вид спорту, як самбо, він відродився. Як ви вважаєте, з чим зв'язана така тенденція? Ну, я не просто вважаю, я уверен в тому, що вид спорту йде в правильному направленні, правильно розвивається, і люди, які вкладають средства, душу і настроєння в цей вид, вони не жаліють те, що вони роблять. Саме головне, що вони розуміють, що цей вид спорту потрібен. Ну и, соответственно, открывая клубы, залы, комплексы, да, мы этим говорим о том, что этот вид спорта живет и будет жить. Связан. Работа большая, кропотливая, серьезная работа. А какие подсумки 2019 года для областной федерации самбо? Вы знаете, мне бы хотелось бы даже не этот год отметить, а четырехлетие. Дело в том, что с приходом Александра Васильевича Зеленко, нашего президента Федерации самбо Одесской области и вице-президента Национальной Федерации уже, в корне все изменилось абсолютно в самбо. В корне. То есть, когда мы ассоциацию самбо начали развивать, это в 2010 году было, то эта задача стояла просто помогать, содействовать в большей степени молодежи, да, и просто им снимать финансовую нагрузку в большей степени. Сейчас идет спортивное, правильное направление. Именно Александр Васильевич своим таким задором, своей активностью, громадной активностью, и привлекая средства, и показывает своим друзьям, знакомым вид спорта, и содействует развитию, самое главное, во всей Одесской области. Так, ми розповідаємо про Олександра Васильовича Дзеленко. Це людина, зараз ми бачимо його на екрані, про нього кажуть, що він не словом, а справою проповідує спортивний спосіб життя і турботу про молодь. Також ми знаємо, що ми бачимо його і в обласної раді, ми бачимо його на спортивних змаганнях, поруч з представниками Збройних сил України, а також з мешканцями, односельчанами в селі Березівка. Розповідайте про роль Олександра Васильовича. Він підтримує спортсменів у змаганнях різноманітних, так? Він виховує справжніх переможців, можна так казати. Так, да, коли я з ним познайомився в 2014 році, я в житті не догадувався навіть, що настільки, скільки он широкий человек, широкой души и очень ответственный. То есть даже ты, если выезжаешь на соревнования с командой, да, он всегда позвонит, уточнит, доехали, как на дороге, как кушали дети. То есть у него всегда... Да, она постоянно, если даже взять какие-то маленьких детей, да, это вот о них идет речь. А об старших, естественно, то есть забота постоянно, всегда интересуется, всегда помогает, всегда привлекает, опять же, средства, финансовые, людей, ресурсы, чтобы поддерживать ребят. Потому что сегодня мы знаем, что финансовая составляющая очень важная вещь в нашей жизни, и сетовать на государство нет смысла, так везде. Да. Вот. Но он все равно умудряется объяснить людям правильность позиции, например, областная администрация, Рада, облсовет наш, то есть полностью поддерживают и прошлые созывы, и эти, многие люди помогают. Я, естественно, говорю и Арбанском, и Паращенко, и Степанов. То есть люди, которые уделяли конкретно внимание и не просто жали руку, находили ресурс, чтобы помочь в той или иной ситуации. И, естественно, это заслуга Александра Васильевича, который всегда правильно ставит вопрос. Он не юлит ни в какую сторону, естественно, чисто на руку это однозначно, потому что 5 лет не показало ни одного повода, что у этого человека есть какая-то определенная корость.
корость. Так. Есть интерес, да, а есть именно корость. То есть, и он это делает ежедневно. Вот с утра до вечера он всегда в зал заедет. Там, ну, в облсовете понятно, что и там Березовку в Киев, на фронт. Он же у нас же человек тоже, который имеет отношение к восточной части сегодня. Так. Он является замкомандиром подразделения. Мы бачимо, що він також підтримує військових, так, у Збройних силах. Помогає, їздить на фронт і всяческими вещами помогает, в том числе солярка, продукты, одежда, то есть все, что нужно там, он, естественно, достает и отправляет это чуть ли не ежедневно. Вот как бы я именно с ним хочу связать этот успех ребят. Дуже гідний зразок для ваших юных, молодых спортсменов. Конечно, его не только для спортсменов, люди, узнаваемый человек становится в Одессе. Так. Вот в частности. То есть мне это в большей степени приятно, потому что как бы он, его, я же говорю, родители, бабушки, детки, то есть все, и он с ними всегда ласков, приветлив, то есть никогда там не придет каких-то границ. И всегда говорит хорошие, правильные вещи. И делает их, соответственно, он вот свои слова поддерживает. И, естественно, успех ребят наших, а это, несомненно, успех, потому что там за 4 года, как обычно, у нас в следующем году, в 2020 году у нас конференция. То есть мы отработали с ним сейчас 5-летку, так называемую, спортивную. И нам, естественно, надо будет отчитываться перед нашим обществом, о том, что мы сделали. Ну, и мы, естественно, с гордостью говорим, что, сами себе, и люди знают, что мы справились со своими обязанностями в целом. Естественно, мы будем снимать свои полномочия, и что будут перевыборы. Как везде, в любой общественной организации, и надеемся, конечно, что мы продолжим тот путь, который есть, и наши ребята, спортсмены, а их, призеров там Украины, Европы и мира за 4 года, 25 человек, по разным возрастам, перечислять всех немножко сложновато, но есть тенденция. Плюс правильное привлечение, точнее объяснение спонсорской поддержкой. Сегодня нас поддерживает такая компания, концерн ЕГАЗ, очень важная на рынке газа, и одно дело точечные поддержки, какие-то, а есть такие вещи, которые называются уже бюджетирование. То есть мы можем уже с следующего года с ними садиться, точнее, сейчас в преддверии Нового года будем садиться, будем обсуждать, как бюджет создавать правильно. Так, именно совершенно верно. Потому что и областной совет, и администрация, то есть мы тоже там пытаемся для поездок, экипирования, и самое главное, это тренировочная база и, естественно, реабилитация после соревнований. Так. То есть витамины, самые простые витаминизации, которые тоже очень стоят сегодня достаточно дорого, и с количеством результатов, количество спортсменов. Так. То есть, и они все нуждаются в какой-то четкой, конкретной поддержке. Кто-то в одной, кто-то в другом. Но есть комплексные программы, которые мы будем непосредственно с ними разрабатывать. С Славиком Чехно, президентом концерна, в частности, мы ведем переговоры о том, чтобы все-таки поддержка была ровно. И, в принципе, он больше настаивает, потому что он все-таки деловой человек, и понятие распределения средств, в этом плане больше знает, скажем так. Поэтому мы хотим сейчас приступать к более серьезным вещам, так скажем, спонсорской поддержке. А кажіть, будь ласка, асоціації майже 10 років. А як, на ваш погляд, за цей час змінилося самбо у Одеській області? Ми вже не раз вже були передачі, ми не раз розказували, що некоторе время воно було в застойному такому состоянии, И там 2010-го, я бы поделил на два периода, там до 2015 года и после 2015 года. Если до 2015 года, это в основном наши друзья, наши бывшие спортсмены, там, такие как Юрий Иванович Карпенко, наше светило медицины, помогал, там многие наши друзья, Нефедов, Корчевский, то есть это были борцы в основном. Наша старая, говорится, гвардия, которой уделяли. Позже, с приходом Александра Васильевича, уже ресурс абсолютно другой подключился, и результаты стали другие. И сегодня, мы уже знаем, что вырастет, потому что пока уже есть результаты, когда дети были еще по 8-12 лет, и они сегодня призеры и чемпионы мира. Який самый молодой спортсмен у вас
самый юный? Не, ну, его нельзя же назвать спортсменом. То есть, как бы, ну, 5-6 лет как бы, приходит в секцию. Да. То есть, ну, 10 лет это, как бы, это уже можно сказать спортсмен, потому что они много соревнуются, у них уже есть какие-то достижения. Ну, прямая на самом деле, участь в измаганиях, да, ну, также спортсмен можно. Это тот человек, который участвует в чемпионатах. Так. Все. Чемпионат области, это, считайте, 12 лет. Вот, а с 12 лет его можно назвать спортсменом. Так, а ми бачимо, що є дуже багато дівчат. Звісно. Що, ну, що для них цікавого у самбо? Чому дівчата йдуть у самбо сьогодні? От дивіться, ми бачимо. Вони не тільки в самбо, вони во всіх видах спорту. В тому числі я вчора був на ітоговому вечорі Одеської обласної адміністрації. І премію, или как она правильно сказала, девочка, тренер по футболу, лучший урок в Украине. Mm-hmm. Понимаете, так что здесь там борьба или футбол, где-то рядом. Ну, просто женщины хотят, наверное, не уступать мужчинам. Самореализация. И видят, да, якась, видят в этом, мабуть, да, как раз самореализацию, да, и именно сначала говорят, что вот, там, дать отпор, а когда человек входит уже в режим, он уже об этом совершенно не думает. Он просто идет на тренировку, как, ну, вот, взрослый на работу, так скажем. Им нравится, ну, как в любом адреналин, то есть, ну, вот это вот желание, то есть, уже не могут без тренировочного процесса. И неважно, каким видом спорта они занимаются. Ну, самбо, чем больше, тем лучше, потому что, ну, все-таки видя девчонок, да, вот, ну, которые показывают свою силу, ну, так. У многих возникнет вопрос, надо ли там, да. Так, потому что сегодня девчата, да. Что, они бажают быть как топ-модели, так? Мая ну, селфи, есть, так, нет, у нас мейкап. Есть девчонки, которые не уступают и топ-модели, так? На самом деле, да. Ну, просто, видите, еще не та подборочка, но, да. Так. У нас есть, ну, Саша Гидерим, да, допустим, она очень интересная девчонка. Она же чемпионка себе. Европы? Нет, она призерка. Она была, призерка, да, она третий призер Европы, да. Ну, она чемпионка Украины, неоднократный призер Украины. А, ваш девиз – самбо, наука перемагати. Сильна молодь, сильна країна. На сьогоднішній день, який розвиток самбо у Одеської області у порівнянні з за кордоном? Тому що ви буваєте на змаганнях не тільки там в Україні, але й далеко. Ні, яка то, там то, система? Вона відрізняється то, просто, від нашої? Ну, да, звісно, там же государство взагалі не обращає внимания на это. Оно ну, не займає. Це займає клубна система, ну, в основному, в більшій степі. Звісно. У нас ще, як би, де США, да, всевозможні школи, это, ну, все-таки под опекой государства. Они финансируются государством. И таким образом у нас есть абсолютно другое развитие, чем там. Там человек пошел после работы на тренировку и тренируется. Так. У нас немножко, такой у нас немножко другого. Нет, нет, нет. Я же говорю, это просто разные две вещи. Сейчас как бы, ну, над этим не... Это то, к чему сейчас стремятся наши руководители, кстати, государства, хотят перевести в большей степени, скинуть на частный сектор, так скажем. А не на государство. Вот сейчас вот как раз вот мы, спортсмены, боремся за то, чтобы все-таки нам оставили эти нормальные права, которые и у нас всю жизнь были. А не экономить на детях, ну, которых там закроем клубы, да и все. А помещение отдадим какое-то, ну, опять же, за деньги. Ну, вот о чем речь. То есть мы к этому привыкли и пока не хотим от этого отказываться. Оно работает, дети здоровеют. Ведь когда желаешь человеку здоровья, да, это одно. Спортсмену в 10 раз больше здоровья. Он много трудится. Очень много. И для этого, как бы, нужно, ну, опять же, много ресурсов. Хорошего, качественного ресурса. Ну, и продуктов, медикаментов, залов, оборудования, формы, ну, все то, что, в принципе, людям, я же говорю, многим, ну, там просто здоровье, а здесь очень много здоровья надо. Потому что, ну, травмы преследуют спортсменов, ну, в общем, это тоже составляющая вещь. Скажите, будь ласка, як старший тренер молодіжної сборной України, яку мету ви ставите перед молодими спортсменами своими? Ну, у любого тренера желание только побеждать. Побеждать, ну, во всяком случае, подводить пик формы спортсмена, ну, тогда, когда он нужен, а не тогда, как вдруг захотелось спортсмену ну, отдохнуть или там, поесть лишнего. Чи можна сразу розпознати у молоді, у хлопчику, але у дівчинки, що вона майбутня переможеця, чи він? Ні, ну... Ось цей спортсмен, він буде перемагати. Можна так казати, подивитися спортсмен дитину? Спортсмен або дитина? Дитина? Вот. Спортсмен? Ні, ну, спортсмен вже його видно, коли я ж говорю, до 12 років вже видно, що у чоловіка є задатки.
Есть задатки, и он будет. А вот дитё – это второй вопрос. Бывают, приходят такие нескладные, да, детишки, и думаешь, ёлки-палки, неужели? И в конце концов они, да, вот как перевоплощаются, да, и очень приятно смотреть, когда они другими становятся. Они выше становятся, они сильнее становятся, они мощнее становятся. И потом и начинают уже побеждать тех, кто их когда-то побеждал. Ну вот, вот где. Вот где. И это тяжело, да, на самом деле. Да, это надо быть, ну, специалистом, как бы, наверное, высочайшего уровня, педагогом, ага, чтобы высмотреть. Потому что в большинстве случаев, например, я, да, то есть я все-таки, ну, не могу так сказать, что 100% вот этот ребенок будет. Поэтому всегда ничего не могу прогарантировать. Одно могу сказать, что он будет крепким, здоровым парнем. А будет ли он спортсменом, тоже, ну, вопрос. Как бы времени, да, ну, угу, как я вижу. Угу. А, так, розкажіть, будь ласка, які у вас перші завдання у 2020 році? Що ви бажаєте зробити перш усього? Ну, все стандартно, з 3-го числа збори. 10-го, 11-го числа перше соревнування в Савране, де дуже хорошо розвивається самбо. И потом два турнира для детей и выезд на чемпионат страны, вот как раз молодежный чемпионат страны, которым я руководил сборной вот до вчерашнего дня. Ну, если дальше предложат, буду думать, да, ну, как бы, как это правильно делать. Ну, год попробовал, ну, вроде получилось, с моей точки зрения. Так. Как оценит федерация, потому что конференция будет 16 января в Киеве, угу, как она оценит мою работу и будет ли у меня дальнейшее предложение, я пока не в курсе. Знаю, ну, надеюсь, рассчитываю, но угу, будет видно, как там обстоятельства. Во всяком случае, оценку должна дать федерация самбо Украины, которая, кстати, Александр Васильевич является вице-президентом тоже национальной федерации, которая, угу, говорит о том, что он, ну, работает и еще на всю Украину. Так. Ну, как деятель, так скажем, в данной ситуации спортивный, помогает в других регионах даже, ну, находить спонсором, mm-hmm, нашим коллегам, ну, президентам других осередков, ну, відокремлених підрозділів, так називаємо. Так. Да. Дуже дякуємо, ми бажаємо вам успіхів та нових перемог. Приходьте ще, розповідайте, що у вас коїться у вашої асоціації, федерації. Я нагадую, наші дорогі друзі, а сьогодні до нас прийшов президент Асоціації самбо Одеської області, перший віце-президент Одеської обласної федерації самбо, чемпіон СРСР, мастер спорту по самбо Вахід Сабіров. Побачимось. Побачимо.